на канале 18 соток. И сегодня покажу вам сорт острого перца, который называется Jamaican Yellow Scotch Bonnet. Jamaican Yellow Scotch Bonnet — это один из жгучих перцев из Ямайки. Этот сорт очень обильно плодоносит, дает очень хорошие урожаи. У плодов очень интересный фруктовый вкус с сочетанием сладости и специй. Это делает этот сорт очень популярным для приготовления различных острых соусов. Это растение очень любит обильный полив и солнце. Высота растения может достигать от 50 сантиметров до метра. Созревает этот сорт за 90-110 дней. У него такие интересные плоды. Вот так они выглядят в биологической зрелости. Вот так вот в технической. Очень интересный, красивый сорт, который мне очень нравится. Вот так выглядит плод этого сорта в разрезе. Очень такая интересная форма, необычная у перца. Толщина стенок около миллиметра, но тем не менее она очень сочная, хрустящая. По шкале Сковила острота этого перца достигает от 100 тысяч до 200 тысяч единиц. На этом обзор этого перца заканчиваю. Буду продолжать вас знакомить с другими сортами острого перца. Заходите на мой канал.